Поиграем! Посмотри внимательно и скажи, на какой картинке рыбок больше? На желтой картинке рыбок больше. Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Найди отличие. У пчелки справа глаза закрыты, а у пчелки слева открыты. Найди тень для собаки. Найди тень для козочки. Найди тень для лошади. Найди тень для котика. Найди на картинке неживые предметы. Дом, корабль, вишня. Неживые предметы. Найди на картинке самый легкий предмет. Правильно, перышко легкое. Как ты думаешь, какой предмет самый тяжелый? Самый тяжелый – шкаф. Найди отличие. У белочки справа – гриб. У белочки слева – шишка. Найди на картинке не морское животное. Это зайчик. А где живет зайчик? Зайчик живет в лесу. Какой фрукт находится справа от мальчика? Яблоко. Какой фрукт находится слева? Груша. Найди на картинке не лесное животное. Правильно, это краб. А где живет краб? Краб живет в море. На какой из картинок птички летят влево? На голубой картинке птички летят влево. Найди животное, которое живет на ферме. Это свинка. Свинка живет на ферме. На какой из картинок самолет летит вправо?
На зеленой картинке самолет летит вправо. Найди подходящую тень для рыбки. В кого должна превратиться гусеница? Гусеница превращается в красивую бабочку. Подпишись на канал.